Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Продолжая проходить игру Ваш Друг Легион. И по счету 10-я часть игры под названием «В пустоту». Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. В предыдущей миссии мы узнали, кто такая Скай Ларсон. Она очень жестокая женщина, расчетливая, умная. Пипец, она из своей мамы сделала голосового робота, как наподобие Джарвиса, как сделал Тони Старк. А из своей собаки, получается, она разум собаки поместила в паука-робота. Она очень жестокая женщина, теперь я понимаю, почему Ноль, наша новая союзница, хотела ее кокнуть. В принципе, мы тоже захотели ее убить, а? Ну, я лично хочу ее убить, а? В данной миссии мы почти должны попасть в здание Блюм и найти ее. Еще раз всем желаю приятного просмотра. Но перед тем, как, друзья, мы отправимся в эту миссию, я хочу сыграть в дартс, а потом выпить за ваше здоровье и ваших близких. О! Все, друзья, давайте сыграем. Так, конечно, дуэль, а? Желайте, друзья, мне удачи. И спасибо вам, что поддерживали меня на моем прикольном стриме по Резиденту, а. Надеюсь, стрим по Фоллауту состоится, а. Так, сейчас самое главное не спешить. Это штучка-дучка. Зеленое кольцо. Неплохо, неплохо. Так, так, так. Надеюсь, правда, да блин, что-то я мажу, не туда, ладно. Сейчас двадцатку, а. Ай, красавчик, ну что-то я немного лоханулся. Правда, надеюсь... Стрим по Fallout состоится. Просто игра затупила, я уже говорил на стриме по Резиденту, это капец был, на самом деле. Мне пришлось себе полностью переустанавливать, а? Ну, надеюсь, все сработает, а? Правда, я еще игру не доустановил, но я ее заустановлю в зоне, и все нормально будет. Да давай, давай, меньше делайся, а? Зеленое кольцо, а? Я хочу просто попасть в эту красную штучку, а? Да почему я тут, да почему мышка уходит туда? Ну что такое мышка? Это стерва. Зеленое кольцо. Блин, у меня мышка почему-то не слушает меня. Реально, блин, как будто, знаешь, как будто ее взломали, друзья. Сейчас он мастер попадет, а. Ну я так и думал, он, блин, сука, урод. Хренов мастер, блин. Двадцаточка. Еще одна двадцаточка. Что у нас такое красненькое? Вот это не просто интересно. Три двадцатки. Ай, красавчика. А сейчас он попадет 100% в идеальную. Я так говорю, какой-то бред. Он получится в одневку, а потом... Как это вообще получается? Что за бред? Попал в одневку, а потом... Мне кажется, это чисто бред, а? Я попадаю в всякую херню, а? Бу. Зараза! А сейчас он выиграет, а? Да чтоб тебя! А, вот черт! А, вот черт! Сейчас не спешить, главное. Но у меня как специально кольцо. Болт, осталась десяточка. Провал? Каким образом? Попал прям в десятку. Ты что за бред? Это чисто идиотизм. Какого хрена? Как это понять? Блин, тут какая-то игра заговоренная. Блин, я матч-реванш требую, реально, давай. Не-не-не, никакой это. Я понял, что проиграл, но это чистый бред был. Так, матч-реванш, давай. Нечестно было, нечестно игра была. Сейчас, друзья, я одну догадку хочу проверить, а. Сейчас я кое-что сделаю. Мне просто интересно, как это получается. Так, кстати, да, сейчас последний раз играем в дартс. Какого хрена? Ты чё ушел-то, эй, ребят, ты чё? Эй, мы с тобой играли, он взял, свалил. Какого лешего? Ты это охренел, что ли? И что такое? Какого фига ты не хочешь играть? Ты же говорил, давай. Давай. Ты чё, охренел, что ли, а? Ладно, черт с тобой, а. Я еще не выпил, а уже так устроил. Ладно, какая-то фигня на самом деле произошла. Черт, блин. Выпить я не могу. Хотя нет, я могу выпить, а. Пью за здоровье вас и ваших близких. Вообще, какая-то фигня. Получается, я один раз он с вами поиграл. Второй раз он типа захотел, но потом нифига.
напарника еще раз выпью. Скорее всего, ты поранишься, если будешь играть в дартс в таком состоянии. Но тем смешнее. Не-не-не, Бэгли, я не буду в таком состоянии дартс играть, а. Это ему за то, что он не хотел со мной второй раз играть, а. Все, друзья, пошли выполнять вторую миссию, а. Так. Так, ну, да, за рулем, конечно, на такой тачке, в таком состоянии за руль не сядешь, а. Блин, наша миссия, получается, находится аж далеко-далеко. А где она вообще находится примерно? Ух, а, прям вообще близко с этой точкой, а. Станция Гудж Стрит. Ух ты, как стрим почти получается, почти. Так, это у нас получается, кто у нас? Революционерка. Ух ты, предпочитает действовать, вернее, использует гранатомет. Нихера себе. Надо будет ее в команду себе завербовать, а. Крутяк, ребята. Сейчас я быстро телепортнусь, может, как раз таки мой герой станет трезвым, а. Честное слово, первый раз он со мной поиграл, нормально. Второй раз типа согласился, начали играть, бах, потом резко типа, ноу, я не буду, а. Эй, вот охреневший тип. Поэтому я ему рожу и начистил, а. Так, ладненько, в этой миссии я также сыграю на этим, скорее всего, этим героем, а уже в следующей, в 11 я поиграю другим героем, а. Либо пчеловодом, которого я себе в команду нового взял, либо девушка, а. Как ты падла, а. Алибионовская тварь, а. Я не мог пройти мимо, не помочь человеку, а. Так, блин. А, они примерно со мной, а. Понял, понял, ладненько, сейчас спустикать, друзья. Это вербануть нам команду, так сказать, девушку. Она, мне кажется, же крутая. А так кто у нас получается? Так, это... Опа, кто ты такой? Что ты умеешь? Что у тебя есть? Так, дымовая граната, дубинка с шипами. Ух ты, прикольно. Типа сейчас пока с ней не поговоришь, да? Сейчас подождем, друзья. У нас уже штучка-дучка, быстро пройдешь. Опа. Сейчас погутаем с ним, а. Может, потом его завербуем все в команду. Прости за прямоту, но ты вроде из тех безумцев, которые хотят все изменить. А, так ты из датсек. Отлично. Мне сейчас как раз нужны серьезные ребята. Один бандос меня подставил, воткнул нож в спину. Я хочу отплатить ему тем же. Буквально. Если ищешь наемных убийц, это не к нам. Ясно. Есть много способов кому-нибудь подгадить. Я угоняю машины, а этот говнюк был моим боссом. Я спер для него элитную тачку. Но он решил, что не станет мне платить. Попытался меня переехать. Я сбежал, но машина-то у этой мрази. Меня аж трясет. Если поможете мне, я вас отблагодарю. Будет весело. Так, получается, нам надо сейчас машину угнать, да? Майк, друзья, давайте поможем ему, почему бы и нет. Так, здание по вербовке начато. Завербуйте Рика Стейлитал и Рой. Ты, блин. Наш знакомый переслал координаты машины. Отправляю их тебе. Окей, окей, сейчас быстренько тачку-то возьму, а. Тут, в принципе, все, никого нету, а. Все, то сейчас быстренько поможем ему. Это ж правильно я еду, правильно? Надеюсь, вроде бы да. А, нет, координаты машины, а. Так, а это что у нас такое? Угоните суперкар. Ух ты, блин, а как все может телепортнуться, а? Дабы, чтобы я долго не ехал, а. Так, тут есть телепорт? Так, нет. Так, тут тоже нету. Блин, а где он? И во время миссии типа нельзя телепортироваться. А, вообще как можно. Сейчас, друзья, быстренько телепортируйся. Спорткар гоню. Помогу нашему будущему, как говорится, агенту. Пойдем выполнять наконец-таки миссию в пустоту. Кстати, корпорат такое прикольное название. Сразу вспоминаю сериал прикольный, мой любимый, сверхъестественное. С этим названием сразу честно. Так, ушки-ватушки. А, ну, почти близко, в принципе, нам недалеко, а. Сейчас быстренько так сделаю. Во, все. Надо суперкар угнать, друзья, это будет круто, весело. Так, опа, возьму пока вот этот байк, а. Почему бы и нет, а. Давайте погоняем. Так, вырублю. Все, давайте погнали. В принципе, все, надо ехать недалеко, а. На самом деле, опа. Ох ты, ёб твою мать. Ну да, а вон и спорткар, я уже увидел его. Так, надо тебе подумать, как же нам попасть туда. Так ушки, а ладушки, а. Машина должна быть где-то здесь. Постарайся ее не разбить. Все ясно. Постараюсь, постараюсь, Бэгли. Ой-ой-ой, я похоже зря его вырубил, а. Это был обычный механик, а. Ой, ладненько. Это, полагаю, сверкающий способ компенсации, мы все знаем чего. Не, получается. Да-да-да, я понял тебя, Бэгли. Вот он наш спорткар. Понял, понял. Так, раз. Ух ты, сука, они еще и с автоматами, а?
Блин, давайте с ними повоюем, а? Да, в этой миссии я хочу перестреляться с ними, а? Хотя у меня, знаете, подождите. Технологии, команда. Так, а можно изменить? Во время миссии нельзя менять, да? Да, нельзя менять, блин, я просто там дроны покачала. Опа, пока меня испалил. Я хочу здесь с ними постреляться. Да, мой пистолет не такой мощный, как бы хотелось бы. Так, ты хороший. Есть, сейчас, друзья. Ой-ой-ой. Ух ты, суки, клан Келли, а. Да уж, друзья, перестрелка так перестрелка, а. Ой-ой-ой. А ты чё, чувак? Это чё ты... Да, конечно, хочу, чтоб тебя... Блин, зараза. А это же альбионовская тварь, а? Кто вместе с ними работает, а? Да ты сволочь, а? Да ё-моё, надеюсь, они будут не бесконечные. Хотя нет, пока я командира их не убью, а? Сейчас жизни пополнится у меня. Просто не хочу, чтобы мой персонаж погибал. Так, да, друзья, я правда не хотел с ними сисюкаться, а? Ух ты, тачка, это неплохая. Вот это тоже неплохая, спорткар. Сожри гниду. Сам себя кокнул. Давай, давай, иди сюда. Опа, да сейчас быстренько сломаю, а. Подожди, подожди. Сейчас. Опа, гараж сам с собой закрылся. Опа, крутяк, я получил очки. Ну, в смысле, нужные мне для улучшения. Одежда, все такое, штучки-дрючки. Так, осталась последняя цель, да? Ладно, думаю, убивать не будем его, если он к нам сам не придет. Давай, всем откройся. Так, тут получится очков, технологии у нас нет, да? Ну да, тут все, так, сюда, все нормально. Сюда, да, друзья, быстренько спорткар угоним. А это не спорткар, разве? Ну, точка намного круче, на самом деле, а? Мне она нравится, а? Все на поиски. Сейчас, быстренько, пополни боезапас. А, вот что как, альбионовская тварь, а? Ой, как я его, а? От круто, а? От молодец, а? А я что здесь, сейчас тачку угоню. Мы возвращаемся. Ага, и пойду. Тачка у меня, что дальше? Отлично. А теперь утопи ее в реке. Постой, серьезно? Туда ублюдок сбрасывает тела тех, кого убивает. И меня там утопить хотел. Пусть знает. Ну, ладно, как говорится, хозяин барин. Утопить так. Утопите спорткар в Темзе. В Темзе. А это примерно где находится у нас Темза вообще? Так, это у нас Темза получается, да? Или у нас типа где угодно можно утопить, а? Давайте типа тут топим его, а? А на самом деле где Темза? Я не знаю, где Темза, а? Маленько, утопить, ну понятно. А, думаю, в любом месте утопим его, а? Или прям в Темзе нужно, а? Что такая тачка неплохая на самом деле, а? Жалко, конечно, топить ее будет, а? Сейчас, ладно, топорнем. Нам нужно все-таки найти правда реку. Где уже у нас река? А, у нас, в принципе, только тут река. Ну, конечно, ну да, только тут река получается. Поэтому да, скорее всего, есть Темза, да? Бля, такая тачка реально неплохая. Посмотрите, друзья. Она такая неплохая, реально. Будет с виду, ну, выглядит, ну, как сказать, не так супер-пупер, конечно, как та. Но все равно мне нравится тачка. Жалко, конечно, будет топить ее. Но наш, как говорится, новый друг попросил... Надо помочь его, надо. Ой-ой-ой-ой. Она реально так неплохо гоняет, а. Ой-ой-ой. Пара такая неплохая тачка. Сейчас надо будет утопить ее, друзья. Ой, чуть-чуть не так питался. Так, в Темзе. Подожди, пожалуйста, уйди. Во, утопить так утопить, а. Да блин, а что ж такое? Ты видишь, тачка не хочет, чтобы я топил ее, а, друзья. Я хотел с разгоном топить ее, а придется тебе получается так, а. Утопил, не утопил? Утонет она, нет? Тачка, ты будешь тонуть? Не, серьезно, топить ее в спорткар в Темзе.
Тачка у меня. Что дальше? Есть. Отлично. А теперь утопи ее в реке. Постой, серьезно? Туда ублюдок сбрасывает тела тех, кого убивает. И меня там утопить хотел. Пусть знает. Твое задание выполнено. Если вам что-то понадобится, все что угодно. Только скажите. Дедсек ищет новых бойцов, а ты, похоже, не прочь подраться. Присоединишься к нам? Ладно, я в деле. Так, все, получается, мы заебывали Рика все в команду, круто. Когда игра Баганова увидели, да? Я так, получается, тачку уже утопил, а он говорит, типа, опять же то же самое, что говорил, а? Ой, варианты взлома. Что, а, это, типа, когда вербуешь себе новых членов команды, получается, появляется такая штучка-дрючка, а? Круто, круто. Стойкость, смелость, глупость. Двух пунктов из трех будет достаточно. У кого-то из нас есть все три. Отлично. Вот и нашел друзей по себе. Хорошо. Так, подожди, я еще нажал на за него нечаянно? Эй, слушай, я на него не нажимал. Ну, конечно, неплохой агент, но извините, а. Я хочу в этой миссии именно сыграть, сейчас спасу. Что ж, ничего сложного. Тебе здесь что делать дальше? Нечего. Паскудина. О, смотри, какая прикольная штучка-дрючка. Ха-ха. Кстати говоря, у меня прикольная дубинка, но правда, я не хочу им играть, я хочу поиграть в моей... Ну, пока в этой миссии, по крайней мере, а. Приближаемся к противнику. Мы на хвосте у цели. Сейчас быстренько от них свалю, а. Или не свалю. Не, ни хрена не свалю, а. Зараза. Ваня-ка, давай, сука. Да вы что, охренели, что ли, а? Это тварь, а? Что ж, как скажешь. Диспетчер, присылайте скорую как можно скорее. Они сами, друзья, напросились, а? Нехрен быть такими мудаками, а? Я мудаков не люблю, а? Так я с ними разбираюсь, а? Как говорится, а? На тебе, урод! Сейчас быстренько надо от них смотаться, а? Сейчас, давайте. Сейчас я смотаюсь быстренько, выберу моего другого героя. Это, конечно, неплохой герой. Но я хочу, правда, в эту миссию именно за Тирана поиграть. Я говорю, правда, неплохая такая дубинка, классная, мне нравится. Так, сейчас мы почти, друзья, свалили. Жалко, конечно, тачку было топить. Но в любом случае, мы все тачку вот найдем, а. Как-нибудь потом. Так, все, теперь я могу поменять себе персонажа. Так, мне, правда, их очень много теперь в команде, друзья, это круто, а. Сейчас я хочу поиграть за него именно. Да, да, Тирнана. Тирнан, да, все правильно. Хейнри. Мне просто нравится этот персонаж, вот прям реально прикольно за него играть, а. Если готов, начнем. За дело. Все, то есть теперь наконец-таки можно и, как говорится, тэпнуться в нашей миссии основной. Так, наше задание получается. Так, в пустоту. А, 2000 за него? Не-не-не, сейчас мы телепортнемся, чтобы было ближе. Ну, хотя бы так более-менее близко. Во. Все. И потом уже песочка найдем, а, для нашей миссии. Да, все, друзья, я пошел на миссию, наконец-таки, а. Обидно, конечно, что дальше я просрал. Но, в любом случае, потом, в следующий раз, может, даже в конце, может быть, в конце этой миссии я, да, поиграю в Дарс. Хотя, честно говоря, я был, получается, в нашей штабе в конце вот девятой миссии, я, получается, пошел в дедсек. А почему-то, когда загрузился, оказался вообще в другом месте. Ну, блин, как-то странно. Так сказать, не в баре, а около бара. Потом просто сам к бару подошел. Ой-ой-ой, это не то, не то, не то. Что-то я тупанул. Вот. Вот моя миссия. Эй. Эй. А, все, вот получается, все. Это нифига себе. А, протестующие. Это наш пункт назначения. Комплекс Блюм. Все это время она пряталась в Блюм? С тех пор, как Ларсен продала, ну, меня, Блюм, она поддерживала с ними связь. Одна новость лучше другой. Твое рождение. Найти ее в этом огромном комплексе будет непросто. Интересно, есть ли информация о ее местонахождении на их серверах? Я этим займусь. Да, это будет сделать легко, а. Так я могу взломать его, а? Блин, пока не хватает такой вот способности, а. Блин, опять во время боя получается технологии нельзя замутить, а. Ну блин, а не подумал я. А, можно.
Так, Бат-паук. Получается, турельщик или маскировка. Мне кажется, маскировка на самом деле больше получит, нам понадобится. Да. Маскировка. Так. Она длится намного больше, чем раньше было. Но все равно не столько надо. А, опа, лестница типа может забраться, только правда куда? Опа, очки технологий. Блин. Получилось. Так. Камера. А куда нам вообще надо идти? Ух ты, сервер, нихера себе, где он находится. Так. Надо этого робота отключить. Ух ты, грузовой. Сейчас у тебя еще немножечко осталось, я включу маскировку, а. Маскировка, сразу вспоминается Крайзис, а. Да я не знаю. Так, подождите. Карта. Наше задание находится прям тут. Но почему я не могу на него нажать? Не отслеживать. Блин. Вот именно, блин. Зазвич, какой, блин. Бегу. Так, я почти до миссии. Дрон, начинай поиски. Так, я почти добрался, да? Нам нужен получится паук, да? Аджи, зараза. А я маскировку взял. А, черт, приходите! Блин, а у того ключ можно скачать, а? Да зараза, можно у нее ключ скачать, а? Слишком далеко, а? Ладно, все, приходится так с ней махаться. Блин. Ладно, сейчас скачаю зато. Попаду спокойненько. Ух ты, сучка. А в любом случае смогут меня угандошить, а? Ни хрена себе. Ой, бегу. Ай, поиграем с ним в догонялки, а? Во, теперь можно, а? Ай, как я ее руку, а? Давай, придурок, давай. А еще один, получается, появился. А ты-то что мешаешь-то? Дай этого вырубить, а? Опа, красавчик, а? А ты-то что? Ты сам виноват, чувак. Я не хотел тебя трогать, а? Ух ты, какой, прям апперкот не пописал, а? Ублюдок, а? На тебя, тварь. Так, быстро код я скачал у нее, друзья, все. По идее, могу попасть спокойненько. Крутяк. Вот так надо, друзья, действовать, как говорится, с этими муднями. Так, нам получается так можно пойти, да? Да. Нафига нам тупить. Так, сервер. А, вот что как. Сейчас мы взломаем нашего любимого маленького робота. А вот и сервак. Если не ошибаюсь, да? Где сервер? А, сервер аж внизу находится. Ни хрена себе. А ты как туда попасть? Так, надо подумать. Ну а смысл открытия, хотя тут дофига на самом деле серверов, друзья. Ее сервер находится аж в Мандиванской. Надеюсь, мы сейчас правильно полетим. Да, друзья. Вроде бы правильно. Так, сервак. Сервак. Так как тебе туда попасть? Вроде бы, ну, я по идее, друзья, правильное направление лечу, как говорится. Вроде бы да, а? Да, давай, Димон, давай. Так, ее сервер, ага. А вот теперь как что? А, тут так заделано все, друзья. Немножечко подумать надо, а? Взломать. Сейчас, друзья, мы узнаем, где находится Скайварксон. И еще какую-нибудь информацию узнаем. Так, видеофайл. Ух ты, прикольно. Я очень рада представить это вам, совету директоров. Комплекс станет продолжением моей лаборатории квантовых вычислений. И это еще далеко не все, но в данный момент я не хочу вдаваться в подробности. Это крайне ценная недвижимость, поверьте мне. Вы будто ждали, что я найду ей достойное применение.
У Ларсен какая-то нездоровая страсть к подземельям, честное слово. Так, найди лифт, чтобы спуститься к ней. Так, войдите в квантовую лабораторию. В квантовую лабораторию? Вау! Сразу Мстители вспомнила, честное слово. Так, надо попасть в какую-то квантовую лабораторию. Окей, окей. Это получается у нас где? Если получается, я могу уже без робота. Мне робот нужен или нужен? А, либо сейчас его припаркую сюда. Вот, сюда. Подожди, подожди, робот. Подожди. А, ты застрял. Ладненько. Так, все, квантовую лабораторию. Это где у нас? Получается, у нас сюда. Получается... А, это обратно туда. Я... Зараза, балбес. Балбесничнул. Блин, друзья, я балбеснул, а. Сейчас, пускай они по кота побегут, а. Сигналка сработала. Нужно осмотреться. Дрон, иди дальше, здесь никого нет. Блин, друзья, я немного это, как сказать, опухнулся, а. Ага. Уже смотрим. Ой-ой. Уверен, цель все еще здесь. Да ты прав, ты прям вообще ванга. Так, это пока пошел туда. Этот ряд... Ух ты, нифига себе, он походу какой-то крутой, типа. Цель может быть где угодно. Продолжаем. Блин, друзья, сейчас меня походу спалят и придется опять махаться же с ними. Так, это получается у нас девушка крутая в очках. Черт! Так, а ты у нас что? А. Дякушки. Ай, молодец, шею куда-то сломал ему. Так, это нам, в принципе, не особо нужно. Так, маскировка. А, ну почти до лаборатории, в принципе, дошли, а. Чисто, иду дальше. Круто, молодец, Димончик. Как, блин, как будто ассасин. Так. Ах ты, зараза. Блин, почти, почти, друзья. Почти получилось бесшумно. Зараза. Хотя нет, пока нормально все, друзья. Нас не спалили. Он нас не спалил. Он такой крутой, походу, как я понимаю. Я ему блокернул оружие, друзья. Ай, как, а? Ай, молодчина. Так, это мы вырубим поле защитное. Так, тут, а, тут пока все хорошо. А, ну он тут ходит такой крутой, а. Сейчас мы как-нибудь... А, блин, или нет? А, во, маскировка. Красавчик, а. Вот нравится, как он махается мне. Мой персонаж классно махается. Так, это получается, мы почти подошли, друзья. Сейчас я быстренько взломаю кое-что. А, очки возьму. Что-то можно было себе прикольную одежду новую прикупить, а. Моему другому уже персонажу какого-нибудь, а. Ну, девушке там. Так, этого не нужно вырубать, ладненько. Так, мы почти дошли, получается, да. Только немного не туда пошел, получается. Вот куда надо идти. Так. А, взломать, ну эту фигню надо взломать, это в принципе ясно. Так, тут пока никого нет, друзья. Пока сейчас быстро все взломаем. Правда, этот персонаж реально классный. Мне он очень нравится им играть, ну прям круто. Так, не знаю, найдем в этой миссии Скай, не найдем, не знаю, а. Ну, скоро узнаем. А моего этого оперативника, вот Тирна, прикольный такой костюм, я его купил, а. Мне нравится. Значит, все полезные ссылочки будут в описании, дорогие друзья. Ого, мозг. Ха-ха. Ни хрена себе. Войдите в квантовую лабораторию. Блин, честно говоря, круто, а. Статус нейронной загрузки 90% недостаточно. Температура процессора... Охереть, она загружает себя! Охереть, она буквально паре минут от бессмертия. Если ты не прервешь загрузку, проект «Рассвет» будет не остановить. Так, остановите квантовую... Остановите квантирование левого полушария. Окей, окей. Попытаемся остановить эту безумную стерву. Он такой крутой боец, а. Это же покруче, чем тот, а.
блин, получится, типа, командир, он может подмогу вызывать, а? Поэтому сейчас мы тоже кортика вырубим его, а? Сейчас наша маскировка прокачается, а? Ух ты, взлом. Так, ну нам самим надо будет подойти. А, он пока свалил. Но в любом случае, сейчас я подойду к нему поближе, друзья, и вырублю его, а? Блин, да тут просто залежи ценной инфы. Вы пока мир спасайте, а я солью все, что смогу. Есть идеи? Картирование осуществляется при помощи квантовых компьютеров в этой лаборатории. Если взломать их, можно помешать психопатке стать искусственным суперинтеллектом. Но я ни на что не намекаю. Нет. Спасибо, спасибо, Бэгли, а. Я тебя понял, а. Сейчас все замутим, а. Тут вроде бы пока только двое было. А, так. Блокировка. Что такое? Блокировка системы безопасности. Как это понять? Что надо делать? Эй, что это такое? Взлом, взлом. И что делать дальше? Так, надо сейчас будет подумать, а? Может, сюда надо попасть будет как-то, а? Там что-то сделать, а? Так, тут с этими компами, мне кажется, ничего не сделаешь. Тут дофига реальной инфы. Я в ахере, она хочет загрузить себя. Сделать себе, получается, Джарвиса. Ну, подобие Джарвиса она хочет себя сделать, а? Из мамы своей сделала мини-Джарвиса, а себя хочет прям... копию Джарвиса сделать, а? Так и правда, блокировка системы безопасности, как это сделать? Как это замутить мне? Получается так везде сделано, и что делать-то? А это вниз получается, да? А я могу гаситься, это все такое? Или типа мне что-то надо, скорее всего, надо какого-то робота сломать, а? Так, где же нам робота взять, а? У нас получится, его нету, а? Аж же зараза, а? Так, ладненько. Почему ж такие миссии бывают тугие, а? Ну, в принципе, я так и думал, что миссия не будет легкая. Так вот, не пойму одно. А, куда мне, кого мне где найти? Взломать нельзя. Так, а где-то, получается, можно робота взять себе. Там, где я был, что ли? Только там, получается, робота. Ух ты, тут прям холод, так, типа, минусовая температура. Вот что как. Так, может, тебе получится как-то замутить? Ой-ой. Это куда я? А, это получается... Все, понял, надо как-то поднять его. Тут реально минусовая температура. А тут типа ничего такого не сделаешь, да? Тут, в принципе, бесполезно, да? Ясненько. А, тут... А, тут... Блин, зараза. Смысл тут... Ну, как этот дрон мне... Он не поможет никак. Он тут запер, вот. И... А, сейчас взломают его, зараза, обратно. Да сейчас его обратно взломают, а. Блин, как это все выбрать с этим роботом? Походу никак, да? Тут тупик везде. Зараза. Да и что делать, блин? Незаконно, незаконно. Да твою налево. Что же делать мне? Вот, наконец-таки, блин. Зараза. Так, это получается у нас тут идет. Очки технологий. Эй, а что взломать? Эй, ну взломать, что-то как? Так, это у нас получается тут, тут, так, там робота мы все на любом случае. Ух ты, во как взлом идет, а. И я, блин, даже не догадывался. Тут что так самодрено, друзья. В принципе, ничего удивительного. Что легко все, как говорится, не бывает, а. Было бы тупо, если было бы все легко, правильно, друзья? Думаю, вы со мной согласны, а. Так. Так, получается, у нас тут не так, да? Я хочу так, она не пойдет, да? Угу. Так, тут у нас тоже облом. По всем системам. Во! А теперь нормально, а? А так, теперь можно? Не, пока нельзя, да? Вот, один замок. Ой, друзья, блин. Что-то она, блин, заговорила, а?
Это начало понимать то, что мы хотим ее взломать, а? Это, друзья, нам не особо так нужно, а? Это у нас получается где? Так, это где у нас? Это у нас получается тут. Это получится у нас... Не, я понял, понял. А вот... А вот это у нас... Треножка. Так, это у нас... Где? Я заблудился. Где у нас красненькая... Другая красненькая у нас где? Вот эта красненькая у нас получается у нас где идет? А, вот что как. Она получается у нас так замудренно идет, друзья, что... Жизнь, как ее взломать. Так, тут получится так. В принципе, некуда идти, только сюда. Это получается только так вот получается. А почему тут нельзя? А, смысл, в принципе, в другое место на самом деле идти. Никакого, мне кажется, смысла нет, да, тут тоже не сломаешь, а. Какой-то сынки доступа, конечно, в нее, а. Да что ж тебя такое, а? Куда-то дальше идти, а? Как это замок попасть? Как это? Как его замудрить-то, а? Фух, почему нас не хочет идти? Одна фигня идет, а вот это вот не идет нифига. Откуда она идет? Она отсюда. Если я замучу ее, она же... Распутывание кубитов перенаправления. Это не случайность. Так, и теперь что, получается, я могу взломать, что ли? Так или нет? А сейчас попробуем, друзья. А, пока еще нельзя, да? Ладненько. А где наш робот? Так, а робот наш где? Кто ему управляем? Так, камеры, камеры, камеры. Эй, где наш Бекли? Где наш мини-Бекли? Вот, вот, чуть не потерял. Так, получается, я почти вроде бы все сломал, но что-то не то, да? Что-то еще не хватает. А вот что имя? Может, мне кажется, тут я, кажется, все взломал, друзья, на самом деле, а? В принципе, взломать больше нехрен. Честное слово, тут, честно, взломов не нужно больше делать. Нет, видите, тут все везде взломано. Мне кажется, все-таки там, наверное, будет это взломать, а? Я так думаю. Да. Может быть, теперь с другой стороны надо сделать это? Сейчас я подниму повыше его. И потом с другой стороны пойду, а? Там, мне кажется, так же надо сделать, а? Да, по крайней мере, по камеру поймем, так, не так. Тут нужно взломывать или нет? Вообще, да, друзья, пока тут я не взломаю, пока там я не взломаю, получится и тут бессмысленно, да? Но суть-то одна, видите, это тоже отсюда, получится, идет. Так, левое полушарие. Ну, все правильно. Если с этой стороны получается, то да, это вот левое полушарие тут получается. Ладненько. Черт с тобой. Стерва, знаешь ты. Наша. Так куда же тебя дело? Контролировать. Так. Вот, друзья. Вот вы что надо будет сделать. А я предупреждала. Вот что теперь, друзья, надо было замутить, а. Я немножечко не то сделал, а. Все, так. Эй, ты куда-куда? Во, все, друзья, молодец я. Немножечко просто не допетрил, а. Так, теперь вроде бы можно, да? Да, друзья, сейчас будет, а. Весело, мне кажется, а. Так, и... Что ты делаешь? Перенаправить доступ к памяти. Так, оставьте какого-то правого полушария. По, блин, зараза, так и знала. Что надо будет еще и там мутить теперь воду этого. А же, блин, жучара. Ладненько, сучка. Давай. Так же. Во. Во, друзья, так. Та же хрень получается, как и там, да? Ну да. Та же хреновина.
Вот. Не надо было вмешиваться. Ах, извини, ты еще та сучка, а? Я за собаку твою отомщу тебе. Это величайшая ошибка в вашей жизни. Вы ну поплатитесь. Да, ну да. Прекрати, прошу, пока не поздно. Не, извини, стерва. Я не прекращу, а. Ты заслужила это, а. Тут вообще легко было. Блин, левая труднее было. А вот правая не особо так трудно. Покидывать, сука. А может и пока. Что ты делаешь? Перезапуск. Ну же, перезапуск! Охрана! Квантовую лабораторию, срочно! Здесь ЧП! Ой-ой-ой, друзья. Сейчас веселье начнется. Так, первая тварь. Поэтому патроны тут лежали везде. Ого, видели, его подкинуло. И чё чеков там у меня? Зараза. Опа, что это у нас получается? Встреча со Скайларсом в ее лаборатории. То, что вы видели у меня дома, это лишь ранние этапы очень важного эксперимента. Не слишком приятно, да? Но рассвет будущего человечества единственно возможное. Да ты тварь конченая, сейчас я тебе устрою, а? Сейчас, друзья мои, строим Кузькину мать. Задумайтесь. Коррупция, смена климата, угроза ядерной войны. Человечество уничтожит само себя, но рассвет все изменит. Мой проект — это новая ступень эволюции. Мы спасем жизни, взойдем как солнце. Сейчас, друзья, весело будет. Ого. Нифига себе, она замудрила себя. Ха-ха. Охренеть, а. Вы это видите? Вижу. Она умирает. О, ты не одна. Ты убивала и мучила людей. Ради того, чтобы спасти свою жалкую жизнь, ничтожество. Нет, дело не во мне. Если разумы будут в сети, человечество переживет любой катаклизм. Мы будем свободны и счастливы. Всегда. А тебе насрать на человечество. Эгоистичная психопатка, главное ты, а остальных нахер, даже мать! Еще не поздно все исправить. Перезапусти закачку. Я буду жить и продолжу свое дело. Эй, не верь ни единому ее слову. Отруби ее от приборов, покончим с этим. Так и сделаю я. Она не сможет тебе помешать. И я не смогу. Выбор за тобой. Не, так. Пустоту. Решите судьбу Скайларсен. Теперь это на что получается? Прошу. Убить? Нет. Да. Загрузить. Верный выбор. Не, сучка. Убить. Нет, стой. Прошу, не надо. Ты это заслужила. Стерва. Я не хочу умирать. Покидывай, сука. Отлично. Я тобой горжусь. Осталось разве что сделать пару селфи с трупом. Только шустрей, охрана уже в пути. Будь осторожен. Покиньте комплекс Блю. Окей, окей. Миссия для тебя выполнена. Мы убили эту стерву. Она заслужила это на самом деле. Она была эгоистичная сволочь. Думала только о себе. Мы покончили с ее тиранией. Надеюсь, вам понравилась моя миссия. Друзья. Так, надо срочно покинуть Блюма. Ух ты, ёб твою налево.
Классно, опять же баба с этой стороны же, а. Ах, сука, а. Смотрите, погнали быстрее, а. Я же говорю, не зря этого агента взял. Вот честно, чувствовал, что надо будет гаситься, а. Я, честно, я не знал, что надо будет валить налево и направо, но я, ну, примерно предполагал это, а. Поэтому я его и взял, а. В следующей миссии я поиграю не пчеловодом, а. Попробуем его способности, а. Правда, вот костюмчик прикольный замутил моего героя. Прям вообще класс. Такая новая куртка, штаны. Класс. Не, миссия, правда, мне понравилась. Она такая прикольная была, интересная. Я просто не думал, что в этой миссии мы учиться... Думал, только мы найдем ее. Ну, типа, почти найдем. А тут бах, мы нашли и убили ее. Вообще прикольно, а. Так, надо быстро покинуть. Покиньте область. Я понял, понял. Сейчас все будет сделано. Блин, зараза. Хотя я могу их убить, конечно, в принципе. Да, на самом деле так и сделаю. Я с тобой полностью согласен, а. Что пора с этим кончать, а. Конечно, они будут бесконечные, поэтому сейчас лучше сваливать, а. На самом деле, а. Прям через стекло пробиваю. Я не думал, что я могу стекло пробивать, а. Прикольно так. Все, надо быстро все сваливать. А что это было у нее за ключ, а? Что это за ключ? Так, скачиваем. Давайте сейчас быстренько узнаем, что мы скачиваем такого интересного. А, тут типа помехи. Ах ты сволочь, а. Опять же баба была, а. Че, друзья? Ты точно быстренько отсюда сваливаем, а. Друзья, правда, миссия прикольная и классная получилась. Всем спасибо вам за поддержку, реально, респект и уважуха. Вы молодцы, друзья, вы прям классные друзья. Я очень рад, что с вами подружился со всеми, а. И очень надеюсь, что еще многие друзей повстречаю, а. Моя вторая цель, друзья, набрать себе 200-400 новых друзей. Первая моя цель выполнена была, теперь я хочу как-то вторую выполнить, а. Все, друзья, о, дождик пошел, я покидаю область. Ух ты, сука, а. Блин, я пока не могу взломывать его, надо будет навык прокачать, а. По взлому этого робота. Так, вроде бы я покинул область, да? Да или нет? Блин, очки навыков, ладно, потом их возьму. В следующий раз. Как-нибудь. Сейчас. Так, добейтесь до безопасного места. Ага, понял. Так, а где безопасное место будет, а? Может телепортнуться, а? Затсек? Если это возможно. А может телепортнуться? Не, нельзя. Во время боя телепортироваться нельзя. Эй, есть, все. Скажите, что у вас там случилось? Все кончено. Ларса мертва. Слава яйцам. Одной лгуни и меньше. Но знаете, я постоянно думаю о созданных ей ИИ. Лоботомированных, порабощенных. Черт. Слушай, работы еще много. Ух ты. Можем делать ее вместе. Посмотрите, люди молодцы, а. Видели, типа. У нас профессиональное сотрудничество. Видели толпой этого ублюдка от Бионовского бьют, а? Ух ты, маска, предмет гардероба. Круто. Почему бы и нет, с большим, там, большим, это, желание помогу тебе, ноль. Все-таки оно неплохая оказалась, а. Так, семейный бизнес, глава завершена. Ух ты. Ну, прикольно. Мне миссия называлась «Пустоту». Да, дождик, вон, друзья, дождик пошел, а. Приветик. Похоже, я тоже размякла. Вдруг захотелось сказать, что вы молодцы. Рада, что могу вам доверять. Можете и дальше брать контракты через хаба 404. Я где-то рядом. Тоже воюю. Свидимся на поле боя. Покеда. Покеда, ноль. Блин, такая прикольная, она такая красивая. Маленькая, друзья, наша 10-я миссия, надо уже завершать. Поэтому сейчас я быстренько опять же телепортнусь в дедсек. Да, друзья, наше убежище. И там же, как завершу 9-ю миссию, завершу и 10-ю миссию, а. А может быть, причем перед завершением с кем-нибудь наших членов команды поговорю. В итоге, друзья, миссия получается прикольная, классная, интересная. Все ссылочки, все полезные ссылочки будут в описании.
друзья. Ух ты, получится раз задание, два задания, получится у меня дополнительных, да, можно повыполнять. Или сюжетные. Мне очень нравится база Dead Sec, она прикольная. У нас получится все больше и больше в команде. Сейчас я с ней поговорю. С моей подругой. Здорово. Привет. Читаю вот некролог Скай. Не думала, что чья-то смерть сможет осчастливить меня до усрачки. Тебе не стыдно? Человек мертв. Из-за таких, как она, лондонцы живут в страхе. Как не радоваться ее смерти? Пойми меня правильно, она заслужила смерть, но радоваться этому попросту недостойно. Я не боюсь взглянуть в зеркало на свое очко, а значит, не боюсь и быть честной с собой насчет того, чем занимается Dead Sec. Ладно, как скажешь. Свое очко. Ну ты даешь, а? Блин, класс, а? Так, с кем еще можно поговорить? Так, ну с тобой поговорить только на миссии, получается, будем, да? Так, и с тобой получается тоже миссии. Кстати, она будет нашу спасти эту новую, эту, девушку, нашу команду, напарницу. Мы так и не спасли ее. Она будет, думаю, либо в миссии какой-нибудь просто побочку сделать, спасти ее. Ну, получится побочка, как я сейчас сделал, вот, когда чувака я бавал побочку, вот так же сделать, спасти ее в миссии, либо просто без записи спасти ее. Я подумаю. Так, опа, потенциальный агент. Понял, понял, у тебя получится только быстрый хакер. Разработчик приложений. Ага, понял. Так, а ты у нас что есть? Вот это надо будет из тех команд все своих бавать, а? И в следующей миссии, друзья, я поиграю пчеловодом, а? Прикольно, сейчас как раз таки его друзья я возьму, этого агента, да. Чтобы в следующей миссии уже не поиграть, а? Миссию я, в принципе, завершил. Мой агент прикольный. Сейчас я его возьму. Так, пчеловоды, по пчеловоду, как говорится, я. Честное слово, друзья, всем вам спасибо за поддержку, реально. Стойкость, смелость, глупость. Двух пунктов из трех будет достаточно. У кого-то из нас есть все три. Отлично. Вот и нашел друзей по себе. Хорошо. Это прекрасно, а? Смотри-ка, у него прикольный такой костюм, а? Срыватель. Нихера себе у него пушка. Так, я думаю, в следующей миссии уже с кем-нибудь из них поговорил. Или сейчас поговорю. Ладно, давайте сейчас поговорим, что он от нас хочет, а? Может, потом в следующей миссии уже и замутим все. Поможете мне еще раз? Мне удалось перехватить ноутбук клана Келли. На нем полно финансовой информации. Оказалось, что деньги бандитов утекают на какой-то сторонний счет. Кто-то ворует у воров? Ха, мне нравится. Враг моего врага и все такое. Ну что же. Думаю, Бегли знает, что делать. Удачи. Так, следующая миссия будет называться «Увольнение без пособия». Четвертая часть под названием «Пустоту» завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока, вы лучшие, друзья. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось. We'll be right back.